совершенно бесплатно. Вы потом напоминаете родителям, чтобы они не забыли детей забрать, если 24 часа дети под присмотром? Есть, у нас в прошлом году был такой случай, родители оставили на 2 дня, уехали в Израиль. Дети оставались здесь на протяжении 2 дней, и никаких жалоб. Забрали они потом детей, не забыли. Может быть, вспомнили бы? Также есть персонал, который работает в детском клубе, говорит на 4 языках, это английский, немецкий, русский и турецкий. Имеет опыт работы от 5 до 10 лет, профессиональное педагогическое образование. На территории детского клуба составляет 6483 метра в квадрате. То есть отдельный бассейн, детское болото, глубиной 35 сантиметров, песок, привезенный из Аравии, который прогревается и обладает лечебными свойствами. А сейчас я могу предложить вам выйти на террасу и посмотреть на территорию. Раньше не было. Под Мардан запрос. Да. Это же ладно. Ну и там целый город. У вас ваши... Ух ты! Здесь можно посидеть в этом ресторане. У нас здесь было давно? Нет. 3 года назад. Ну, 2 года назад здесь. Три. Ой, не говори, как время бежит. А в том году у нас был Мамарадольче. Оля, мы сидели вот здесь, там была. Это отель Суена Белек, если я забыла сказать. Вы можете историю, хотим собраться в темпе, я могу продолжить вас интервьюировать об отеле. Блин, я ослеп. Да, вы можете посмотреть, если жарко, мы можем быть. Да, желательно там. Просто посмотрите и сделайте несколько фотографий тогда. Сколько можно? Действует активная анимация 24 часа, и сейчас как раз проводится в очень красивая территория, очень красивый вид с террасы. Это мы еще ничего не видим, все остальное вон впереди, перед морем. Красота неописуемая. Да, там бассейн с подогреванием. Да, открытый и закрытый бассейн. Подогревается 28-29 градусов Цельсия. Ну, уже закончили ведь, да? Как, до которого числа подогревали? Не можете вы сказать? Подогревается до 15-го где? Хорошо, верим. Давайте уходим. Да, прошу вас, тогда в пол. И добавляйся, друзья.